наши любимые песни. Благодарю тебя, мой Вседержитель, благодарю, Создатель мой благий, за плоть, за кровь и мою душу, за все тебя благодарю. Творец ты мой Создатель, ты датель жизни на земле. Спаси метущуюся мою душу и всех живущих на земле, и всех живущих на земле. Благодарю тебя, мой Вседержитель, благодарю за то, что ты простишь, простишь, примешь и обнимешь. Благодарю за все тебя, благодарю. Творец ты мой Создатель, ты датель жизни на земле. Спаси метущуюся мою душу и всех живущих на земле, и всех живущих на земле. Благодарю тебя, мой Вседержитель, благодарю за веру, надежду и любовь. Любовь твою к нам безграничну, ко всем земли живой. Творец ты мой Создатель, ты датель жизни на земле. Спаси метущуюся мою душу и всех живущих на земле. И всех живущих на земле. Благодарю тебя, мой Вседержитель, спастися всем желаешь ты. Зовешь, зовешь ты наш Спаситель, ты всех зовешь, зовешь спастись. Творец ты мой Создатель, ты датель жизни на земле. Спаси метущуюся мою душу и всех живущих на земле. И всех живущих на земле. Спасибо. Очень проникновенная песня. Отец Артемий, а я вот опять к вам с таким вопросом. Как вы считаете, у современной православной культуры есть будущее? О будущем мечтают только фантасты, футурологи. А у православной культуры есть настоящее, через пол которого, открывающееся на нас, нисходит вечность. И совершается это именно через благодарение Создателя. Почему вот сегодня народ в депрессии, нуждается в психотерапевтах,
Часто батюшки жалуются, что жизнь бесцветная, скучная. Я не живу, я прозябаю. Какое вы мне лекарство предложите, отец Артемий? А вот утром встань, если нет диска Ларго, а каждый приличный человек должен иметь такой диск у себя дома, у меня есть, то, по крайней мере, глазки раскрой и скажи: «Господи, благодарю тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на настоящий день. Молись Троице, и все устроится». Наши любимые песни –